В последнее время в Молдове сильно похолодало. Редко кто рискнет выйти из дому без головного убора и шарфа. Зима, конечно, замечательное и прекрасное время года. Однако на улице очень-очень холодно. Вы смотрите проект «Ваше мнение». Сегодня мы узнаем, как вы спасаетесь от холода. Как я спасаюсь от холода? Зачем его бояться спасаться от него? Ну, так холодно, можно заболеть. Но мне не холодно. Я не мерзну. Хорошо оделись? Хорошо оделся. Слабенько. Мастерка и куртка, и все. Все равно хорошо? Нормально, еще тепло на улице. Погода прекрасная. Ну, не знаю, кому как. Мне лично холодно. Холодно, все, отопление нормальное, все. Спасибо большое, хорошего вам дня, не болейте. Как вы спасаетесь от холода в такой период? Бегом, бегом. Быстрее. Спешите? Да, да. Постоянно. А чай пьете? С чем? Все, да. Пьем чай, кумалин. Одеваюсь нормально, питаюсь нормально. Холодно? Нет, сейчас не холодно. Наоборот, очень приятно. Как вы спасаетесь от холода? Вот работаете в такой период холодный. Нормально. Да не холодно. Бегаешь, снег чистишь, и сразу горячо становится. Теплее становится, конечно. Да? Конечно. Не холодно. Что, нет, такое, холодно? Конечно, не холодно. Всем, что ли? Нормально все. Нормально, девочки, нормально. Это хорошо. Ну, работа – это хорошо, да? Да, спасибо большое, хорошего дня. Как вы спасаетесь от холода в такой период? В смысле? Ну, холодно на улице. Как спасаетесь от холода? Может, пьете чай, может быть, спешите постоянно, одеваетесь? Водку пью. Одеваюсь хорошо. Помогает? Помогает. Не болеете совсем? Нет. Это замечательно. И только это? Может быть, что-то... А чем согреться? С угревом нельзя. Холодно, может замерзнуть. Чай пьем. Только чай? Да. А не болеете? Нет, не болею, слава богу. Это хорошо на самом деле, но, наверное, не только чай. Одевайтесь хорошо. Видно, по мне видно. Спасибо большое, хорошего дня. Здравствуйте, можно вас узнать, как вы спасаетесь от холода? А как? Ходьба, активный образ жизни. А как? Нормально, пока все нормально у нас в квартире. Тепло, не так холодно. А на улице? На улице тоже. Вчера было похолоднее, а сегодня, слава богу, потеплело немножко. Одеваемся, что делать. Как вы спасаетесь от холода в такой период холодный? Пью 50 грамм. Помогает? Самогончик, да. Ничего себе, даже не знала, если честно. Хороший самогон, хорошо. Это хорошо на самом деле. А что еще может быть есть? Что еще может быть? Зарядка? Зарядка сразу. Конечно, обязательно. И не болеете? Не болею, слава богу. Как вы спасаетесь от холода в такой период? А мне все равно. Не холодно? Нет. Здравствуйте, можно вас узнать, как вы спасаетесь от холода в такой период? Одевайтесь, может быть, хорошо. Да, одеваюсь я как? Как без одежды. Нет, я говорю, хорошо одевайтесь, чтобы не заболеть, да? Да, да. А что еще, может быть, делаете, чтобы не было холодно так? Чтобы не заболеть, чтобы не было холодно, я вот хожу на массаж. Одеваемся больше одежды, перчатки, и вот шарфики, и выходим на прогулку, обязательно нужно гулять. Холод. Чтобы иммунитет повысить, да? Повысить иммунитет, но мы обязательно каким-то кремом мажемся, чтобы не трескало лицо, губы. Так стараемся, чтобы нам было хорошо. Хорошее настроение – это лучшее спасение от холода. Ведь улыбка умеет согревать сердца и вызывать ответную улыбку. Вы смотрели проект «Ваше мнение». С вами была я, Ульяна Смирнова. До скорых встреч!